Нашла. Тонкая копия вышла. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Елену в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Елены поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Тяжелая ночь. Мешает? Тяжелая. И на счет три делаешь квантовый скачок в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Ты в комнате. Да, мы здесь. Хорошо, посмотри, что-нибудь видимое есть. Ну, я вижу в сущности, просто я вижу, кто там, а так ничего такого не вижу. Что тяжело. Хорошо, мы приветствуем Елену, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду сканеру. На счет 3 сканер начинает сканировать пространство над головой Елены, под ногами. Их тел Елены находит все. Ну, у нее сразу без. Без. Инкуб. Дальше. Инкуб. Джин. Джин. Инсектоид. Инсектоид. Спрут. Спрут. Красный, нет, синий он дракон. Так, синий дракон, это ты мне мешал подниматься, Вере. Ты утягощал все, утяжелял. Нет, это спрут. Кто это делал? И спрут получает удар, 50 тысяч герц удар. Но ему не нравится, и от него идет информация, что он не специально. Просто он такой, как он говорит, кристальный. Ой, я тебя прошу, мы уже столько сотен подняли спрутов, и тут ты такой весь тяжелый, случайно, из кристаллов. Каких кристаллов ты, спрут? Кристаллизовался. Хорошо, все. Все знают, где они находятся? Все знают. Понятно. Сейчас начнем реверс энергии. Я буду в процессе реверса энергии разговаривать с каждым из вас и задавать вопросы. Кто мне будет мешать или не отвечать на мои вопросы, те будут серьезно наказаны. У меня есть все средства воздействия на вас. Я не хочу этого делать. Но если меня кто-то обманет или не вытащит, то он рискует просто не уйти на свою чистоту, а уйти в совсем другое место, очень даже нехорошее. Итак, я даю команду тонкой копии Елены спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем этим. Усилию потоки в 50 раз. Считай герцовку у беса над головой. 9. 9 герц. Как долго ты находишься в этом биополе беса? 5 лет. Но он выходит, заходит. Понятно. Инкуб, как долго ты находишься в биополе? 4 года. Считай цифры у Джина над головой. 42-16. 42-16. Как долго ты находишься в этом биополе, Джин? 15. На что зашел? На красоту. Джин, если ты мне будешь абстрактно отвечать, я сожгу твою чалму, все твои кольца, серьги и отправлю тебя в твоем сосуде в ледовитый океан. Тебе это понятно? Я не отвечаю абстрактно. Я зашел на цвета. На красоту. С какой вещью ты пришел на красоту в цвета? С чем? Платок показывает. Платок. Вот не об этом я и говорил. Понятно. Где этот платок был куплен или подарен, или как он пришел? Ей куплен был. 15 лет. Значит, показывает он, она его увидела, платок, и берет в руки его, покупает. Понравился он ей. И он переходит через платок. Где он сидел? Вместе в платке? Вместе с ним принесла Джина, да. Вместе с ним и Джина принесла, понятно. Инсектоид, сколько ты находился в этом биополе? 6 лет. Ты был ответственен за подъем веса у человека для своего инкубатора. Тебе надо было место? Я расширял пространство. Ты довольно хорошо расширяешь пространство. Я тебе не тот вопрос, я тебе задал вопрос. Ты расширял это или нет? Я расширял. Понятно. Спрут, как долго ты находился в этом биополе? Подожди секунду, ты инсектоид? Да. Он еще такую информацию дает, что некоторые люди, в основном молодые, инсектоиду невыгодно к ним заходить, так как они расширяют
пространство для своего инкубатора. Но молодые люди, они непосредственные, они могут менять свой образ жизни, питание и относятся легко. Другой метаболизм у них. Поэтому тебе не выгодно. Это невыгодно, да, это так как они могут регулировать как бы свое тело. Все верно. А чем человек старше, тем он у него больше привычек. Тем, чем больше привычек и хуже метаболизм, тем для него это удобнее. Его не Хорошо. Будут трогать, просто будут принимать как есть. Благодарю за информацию. Спрут, как долго ты находился в этом биополе? 15 лет. 15 лет. И синий дракон, считай цифры над головой. Так, синий дракон. 3201. 3201. Сколько лет, синий дракон? 2 года. На что зашел? На что зашел? На обучение. В плане? На знания. Объясни эту ситуацию. Она учительница. Мне да. это нравится. Он с ней присутствует. На уроках? Да. Как твое воздействие оказывает на ее поведение? Твое присутствие? Какое воздействие ты оказываешь на ее в повседневной жизни? Важность я ей придаю. Важность. То есть ты ответственный за что конкретно? Как эта важность называется? Какой-то порог. Самовлюбленность. Благодарю за информацию всех. Еще один вопрос ко всем, кто присутствует из вас в квартире. Мы сегодня будем чистить весь дом. И найдем второй раз всех. Да, почти все присутствуют. Кроме дракон. Кого? Да. Сейчас дракон присутствует, джин присутствует, бес присутствует. Инкуб и спрут не присутствуют, да? Нет. Хорошо. Значит, после чистки я вас отправлю назад в дом и минут через 20 приду. У вас будет достаточно времени, чтобы собрать все, что вы оставили. Я проведу проверку. И все, кто пройдут проверку, я открою им портал на их чистоту, и они уйдут первый раз на свою чистоту. Всем понятно? Да. Хорошо. Ревер закончился? Ревер закончился. Устанавливаю фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Елена забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Елена себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Бес, 5 лет назад ты зашел в биополе. Покажи мне ситуацию, как это было и на что ты зашел. Обсуждение. Осуждение или обсуждение? Или обсуждение. Как? Других людей? Это сплетни, или ты хотел сказать, или как это называется? Что? Какой порог? Да не порог, это совсем. Переживала, обсуждала. Тут я как тут. Хорошо, как ты влиял на нее? За какие ниточки ты дергал, какую реакцию вызывал? Жалость. Жалость. Себе. Это твоя чистота, конечно, жалость к себе – это своя чистота. Когда человек начинает себя жалеть, это притягивает низковибрационные темные сущности. Мне это знакомо. А кто ответственный за то, что у человека были проблемы на работе с начальством? Почему ее там недолюбливают? Кто-то оказывал свое влияние? Нет, дело не в ней. У них свои интерференты. У тех людей свои интерференты, да? Да, там мания. Какая мания? Величие. Понятно. То есть там идет какая-то внутренняя борьба за что-то, да? Все ниже, чем. Это мания величия вообще. У этих людей, да? Да. Понятно. Значит, это можно спокойно игнорировать. Отлично. Те, кто так себя ведут, те обычно и имеют по не менее интерферентов. Реверс закончился. Отлично. Хорошо. Давайте тогда начнем с синего дракона. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои все платы, отключайся полностью и возвращайся в клетку, докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. Бес, скажи мне, где лярва находится в биополе Елены?
лярвование на позвоночнике. На позвоночнике. Хорошо. На крестце. Хочешь попросить меня, чтобы я тебе их отдал? Да, это бы мне помогло. Хорошо, когда придет твоя... компенсировать. Да, хорошо. Я тебе отдам эти лярвы, когда придет твоя очередь, вытащишь все, я тебе дам отдельную команду, и ты сможешь их забрать. Хорошо, ждем, пока синий дракон отключит плату. В третьем глазе? Или где она стояла? Да, но в третьем глазе, и плюс дома у него платы. Ну, понятно, да. Хорошо, спрут, выходи, вытаскивай все, что ты оставил, отключайся, отсасывай всю жидкость, ничего не забывай, приступай и возвращайся в клетку. А значит, он говорит, что жидкость бывает в разном состоянии. Вот у него не жидкость, а кристаллы. Угу. Как значит... застывшая жидкость. Да, вижу. Желе. И вытаскивай тогда все свои, вот эти, все свои кристаллы. Поэтому так тяжело было. А что ты за вид такой, что ты кристаллами весь обложен? Он так синхронизировался. Хорошо. Тут все долгожители. Всем места хватало. А но спрут, он по всему телу в ней сидит. Он довольно большой, с головы вниз полностью сидит он. Я же тебе сразу... По фотографии сказал, да. И он делал из нее спрута. Спрута, конечно. Вот этими кристаллами снизу вверх он ее обложил уже. Еще вовремя добралась до нас Елена. Ему самому это тяжело тащить в клетку. То, что он собрал. Аж самому тяжело, понятно. Тяжесть помогать... он ей давал. Тяжесть, вот откуда идет тяжесть. Кто? Хорошо, инзиктоид, выходи, вытаскивай инкубатор, отсасывай жидкость, отключайся полностью и возвращайся в клетку, приступай. У него подключен он. Инзект? Да, этот инкубатор, его, он так подключен какими-то как прищепками к телу. Готов, вытащил все. Хорошо, значит, у нас теперь... Очередь Джина. Джина, выходить не надо. Джин, собирай всю свою пыль. Вытаскивай все, что ты оставил, если что-то есть. И докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Поэтому, если кто-то, хоть микрон, забудет, он рискует просто сгореть в этой клетке. Такое случалось неоднократно, когда нас пытались обмануть. Я поэтому и предупреждаю сразу. Какого цвета пыль, Вера? Золотая или синяя? Синяя. Она по всему телу. Больше в ногах было, но он пошел выше, выше, везде, в голове, везде. Джин, как эта пыль воздействовала на самочувствие, на действия Елены, на восприятие? Что ты, как это воздействовало? Должна помнить всегда про Джина. В плане? Тебя только деньги интересуют. Что значит помнить всегда о Джине? Что это значит? Опять абстрактный ответ или как? Он показывает. Должна всегда что-то делать. Не только работать, но и работать по улучшению. Дом, огород, действий должно быть. То есть ты ее принуждал постоянно к работе, правильно? Да, вытянул все. Хорошо. Инкуб, выходи, снимай все свои ленточки, ошейники. Все, что ты оставил, отключайся полностью, приступай. Инкуб, она нравится очень. Мягкая. А я? Да, инкуб, а я тебе не нравлюсь? Не хочешь со мной пообщаться? Может, тебе миллион герц дать? Ты противный. Я мягких вот. Люблю. Понятно. А она не любит тебя. И сказала вытащить всех, в том числе и тебя. Я противный. Ты посмотри, как ты выглядишь. Елена, вы видите инкуба? Да, она видит. Да, вот так они выглядят все. Вот эта вся команда сидела у вас. Манипулируя полностью вашими действиями. Он снялся. Хорошо, Бес, твоя очередь, выходи. Отключайся, снимай свои носочки, качельки, все, что ты там оставил. Ленты. И прям на ленты, руки, да? И ноги. Связал, да? А для чего ты их связал? Как оно воздействовало? Дергался. И что случалось? Какая реакция шла? Крик, скандал,
раздражение, что там было после твоего дергания? Нет. Жалость. Жалость. То есть ты на этой ниточке жалость. Я, честно говоря, не помню, у нас были с жалостью кто-то. Но она ты, видать, постоянно думала о себе. Понятно. Подала вот так оно... какую-то такую... Ступор. Да, это не депрессия, а такой мысли постоянные впадала. Угу. Хорошо. Это пагубные мысли. Ни в коем случае нельзя этим заниматься, Елена. Это нам наш совет вам. Хорошо, ждем, пока он все снимет. То есть позитива не было у нее. Постоянно вот негатива. Она думала о себе негативно. Угу. Не о себе негативно, а о своей жизни. Я понимаю, недовольство – это жалость по отношению, что могло быть лучше и так далее. Тогда человек начинает анализировать. Не при помощи беса, конечно. Готов. Но задатки мы в себе имеем. Бес, я разрешаю тебе забрать все лярвы, которые находятся в ее биополе. Приступай. У нее не живота, а лярва. Угу. Потом поясница, крестец, как он сказал. Да. На сердце. Зеленая. Угу. Чакра. Лярва тоже у нее. Переживание. Готово? Отлично. Хорошо. Доволен теперь? Хоть какая-то компенсация. Хорошо. Так, ты мне скажи... Потерянных лет. Бес, кто присутствует из твоих в этом доме? Почему я спрашиваю? Потому что я был намерен собрать весь негатив в доме. Но если там черт есть, есть, а он там черт есть, да, который на животных поодевал носочки, то он ничего не получит. Ты заберешь тогда этот негатив? Хочешь его? Конечно. Хорошо. Значит, это тогда я таки... заслужил. Это ты заслужил, согласен, но не он. Так, и все убрали. Я даю команду Елене на рация до числового значения 100%. Со спрутаном она сильно синхронизирована. У нее сил хватает? Или мне помочь? Хватает, потому что они сами рассинхронизируются. Отлично. Кристаллический спрут. Ну, так, значит, так как они связаны с водой, ага, вода бывает в разном состоянии. Верно. То есть это все для них среда обитания. Понятно. Водяного дракона мы уже один раз встречали с тобой. А спруты, в принципе, это их стихия, конечно. Готово. Хорошо. Так, рассинхронизация закончилась. Включаю внутренний белый свет Елене. 1, 2, 3. И на счет 3 Елена выдавливает из себя все негативные и патогенные низковибрационные энергии, находящиеся на частотах беса, инкуба, джина, инсектоида, спрута и синего дракона. 1, 2, 3. Пошел свет. Все это выдавливается из ее тела и формируется в шар. Но шар маленький очень, здесь ничего нет почти. Открывается под ним портал в галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Какая-то белая пелена у нее, не могу понять. Давай. Что за пелена? И белая пелена идет в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Сканер закончен. Хорошо, от этой пелены выстраивается канал к ответственному. Я притягиваю его в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Это неупокоенная душа. Хорошо, еще одна неупокоенная душа. Подхожу к Елене, кладу руки на плечи и помогаю моей энергии сделать импульс высоковибрационного шока удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Эти каналы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Тогда буду отправлять сейчас спрута и инкуба на их частоты, а остальных, кроме неупокоенной души, отправлю в дом. Синий дракон, джин и бес. Я сейчас открою вам инзиктой тоже. Открою вам четверым сейчас канал, вы пойдете в квартиру и будете собирать, как мы договорились. Все понятно? Инзиктой, да нету там.
Инсектоида нету там. Хорошо, значит, у меня не отмечено. Значит, тогда бес уходит, джин уходит и синий дракон уходит, да? Да. Отлично. Значит, 3 открывая портал в квартиру, в дом Елены. 1, 2, 3. И бес уходит туда. Вместе с ним джин уходит. И вместе с ним уходит синий дракон. И дожидается нас там. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Спрут. Ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. 1, 2, 3. Спрут уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Закрываем, опечатываем, растворяем. Есть. Инсектоид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатаю, растворяй. Знаешь, в гостиницах да. бывают такие штуки, когда багаж привозят, вот их подгоняют. Ну? Вот инсектоид, он также вывозит свои инкубаторы. Прям? С собой вывозит, как багаж вот этот вывозит. С тележечкой? Да, вот с такой, с длинной. Также он вывозит свои Хорошо. Инкубаторы. 2 их у нее. 2? Готов. Отлично. Он ушел или нет? Или я еще не открыл порт? Хорошо, закрывай, печатаю, растворяй. Готов. Так, у нас остался еще один инкуб. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, у нас осталась неупокойная душа. Представься, неупокойная душа. Как тебя зовут? Олег. Олег, как давно ты ушел из этой жизни на Земле? 5 лет. А почему не ушел в свет? В портал? Как погиб? Катастрофа. Машина. Понятно. Не понял, жил? Что умер. А, вот как. То есть произошла автомобильная авария, ты погиб и не мог понять, что ты уже ушел, да? Да. Ты из этого города или ты просто пришел на свет, чтобы мы тебя отправили? Ты где-то рядом жил? Нет, разбился рядом. Ты готов уходить в светлый портал, в чистилище? Олег? Готов, да. Хорошо, я даю команду. Открывается портал в чистилище, светлый портал. 1, 2, 3. И Олег уходит в этот портал. И мы желаем ему всего наилучшего в новой жизни. Его встречают куратор и все друзья. Он зашел в портал и благодарит ее и нас. Ее благодарит за то, что он подпитывался от нее. Он долго сидел? 1,5 года. 1,5 года. Хорошо, на этом закончили. Закрывай, печатаю, растворяй. Готово. Поехали по частотам. Готово. Пусть тонкая копия Елены вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 560. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии до числового значения 560 Гц. Пошел подъем. Есть. Синхронизируется энергия и вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Елена, как вы себя чувствуете? Ну, не могу понять. Я чувствую по-другому. Светло. Конечно. Я излучаю свет. Так и должно быть. Легкость чувствую. Замечательно. Мы сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, и после этого сразу приступим к чистке вашего дома. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Елены в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключаемся от объекта. Дом ты видела. И сейчас я посчитаю до 3, и ты стоишь перед входной дверью дома. 1, 2, 3. Да, я здесь. Я даю команду на счет 3. Готово. Хорошо. Кто у нас там? Рептилоид. 2 Грея. Джин. Дракон. Бес. Черт. 3 воронки. Все.
Итак, я повторяю. Рептилоид, два грея, джин, синий дракон, бес, черт, арахноид и три воронки. Правильно? Правильно. Под тремя воронками открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И они уходят на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Синий дракон. Ты все собрал? Платы снял. Собрал все, да. Хорошо. Готов уходить? Готов. Больше не приходи в этот дом. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Джин, ты все забрал? Да, все снял. Хорошо. Больше не приходи в этот дом. Он будет защищен и запечатан. Пройдешь, сгоришь. Все понятно? Очень красивый дом. Трудно будет найти такой же. Ищи. Это в твоих интересах, если тебе хочется со мной, не хочется второй раз встретиться. Потому что при малейшей жалобе я через 5 минут буду в доме, а ты будешь в клетке. Все понятно? Мне нравится здесь со вкусом. Мне понятно. Хорошо. Открывается внизу портал на чистоте джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Рептилоид с греями, как долго вы в этом доме находились? 3 года. Давай, рептилоид, команду греям, пусть они выходят, собирают все, что они в этом доме оставили, возвращаются и докладывают о готовности к проверке. Приступайте. У них платы, такие конструкции, трубы на потолке по углам. Готово. Хорошо. В этот дом больше не приходите. Все понятно? Понятно. Открывается наверху 2 портала против часовой стрелки. 1 на частоте рептилоида, 1 на частоте греев. Рептилоид и грей уходят каждый в свой портал, забирая все, что они с собой принесли. Закрывая оба портала. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, арахноид, выходи, собирай всю свою паутину, все свое потомство, возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Приступаю. Слушай, у него первый раз я вижу по полу паутина. А что это за паутина на полу, арахноид? Наверху все занято. Драконы, репты. Внизу тоже можно собирать. Понятно. То есть она по ней ходила и теряла энергии. Это ее собирала или как? Так и есть. Готово. Готов уходить на свою чистоту? Все понятно? Понял, да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Хорошо. Ну что, черт, встретились мы с тобой? Я? Да, ты. Мне здесь кошки позвонили. Сима, Маша, Тимон и собака Гера. И сказали, что ты их мучаешь. А ты знаешь, что я делаю с теми, кто животных мучает? Кошки мои друзья, это да. А вот собака, я не имею отношения. Хорошо, собака это демон, который сидит на улице, скорее всего. А кошки не твои друзья. Я тебя должен заметить. Черт. Ты на всех надел носочки? Тимоном больше всего мы дружим. Понятно. Значит, тогда начнем. Мужская энергия мне приятней. Считай его герцовку. Черта, Вера. 5 у меня. 5-герцовый. Хорошо. Так, и... Почти бес. Ну, подожди, тебе еще до беса еще идти. Просто так герцовка не поднимается. Давай, черт, выходи, собирай все, что ты оставил в этом доме. Все свои одеялки, все комочки. Все снимай. Со всех снимай. Возвращайся в клетку. Докладывай мне о готовности к проверке. После этого я проведу, я просканирую тебя, весь дом. Если я хоть клочок найду твоей энергии, ты никуда уже не уйдешь. Приступай. Почти без. Он собирает при входе много его там потом. Да. Гараж. Кухня. А, да, гараж в дом встроен, конечно, да. Кухня. На кроватях, на диванах, одеялки. Шарики, комочки. Все собирай.
Жил не то жил, как у себя дома. Ну, сейчас к себе домой пойдешь. А здесь зачем я все... она позвала? Дружно же жили. Зачем она позвала? Ну, вот видишь, это ее намерение. А мы пришли сразу. Готово. Хорошо. И сейчас я даю команду. На счет три появляется тонкая копия кошки Симы. 1, 2, 3. Стоит перед нами. Да, есть Сима. Сима, на тебе есть энергия, черта? Носки. Черт, я тебя предупреждал, если я что-то найду, а я тебе сказал все снять, то я тебя накажу, я тебе говорил. Он собрал только. Значит, ты не все сделал, что я сказал, да? Не понял, включаю, правильно. Включаю Симе внутренний белый свет, 1, 2, 3. И на счет три кошка выдавливает из всех своих тонких тел все энергии, негативные энергии, находясь на чистоте черта 1, 2, 3. Они формируют шар перед кошечкой. Готово. Большой шар? Нет. Открывается портал в галактическое ядро. Шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Носки ушли тоже, да? Да. Хорошо. Я даю команду, и в макушку головы Симы поступает необходимое количество энергии, и частота вибрации поднимается до комфортного уровня. Пошли энергии. Пошла частота вибрации. Подъем. Она мяукает. Хорошо. Сима, ты хочешь что-то сказать хозяйке, передать? Тебя еда устраивает? Все у тебя хорошо? Облизывается. Отлично. Значит, довольна. Готово. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем кошку в систему биоробот, душа ее. Подключаем каждому органу, каждой клеточке. Проходит полная синхронизация и гармонизация всех энергий в ее биополе. Готово. На счет 3 появляется тонкая копия кошки Маши. 1, 2, 3. И Маша стоит рядом перед нами. Да, есть. Она точно так же в носочках? Нет, на ней нет ничего. Хорошо, включаем внутренний белый свет Маши. 1, 2, 3. И Маша выдавливает из своего биоробота все чужеродное, негативное, все, что находится в ее биополе, все, что ей мешает. Страх у нее есть. Страх. Выдавливаем страх. Готово. Открывается портал под этим шаром в галактическое ядро, и шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. И на счет 3 в макушку головы Маши начинает поступать необходимое количество энергии, и частота ее вибрации поднимается до комфортного уровня. 1, 2, 3. Пошли энергии. Пошел подъем вибрации. Готово. Отлично. Для освоения энергии вибрации возвращаем Машу в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки, каждой звенки головного мозга. Пошла полная синхронизация, гармонизация энергии в ее биополе. Да, есть. Тимон остался. Да. И я даю команду, на счет 3 появляется тонкая копия кота Тимона передо мной. 1, 2, 3. Да, вот он красный. И носки, и все, да? На нем как одеялка. Черт, получает удар 50 тысяч герц. Мне надоело уже твоя ложь, черт. Я тебе сказал все снять. Про животных не говорил. Обиделся на тебя. Смотри, чтобы я на тебя не обиделся, будет хуже. Включая внутренний белый свет коту Тимону. 1, 2, 3. И на счет 3 Тимон начинает выдавливать из себя все энергии черта. 1, 2, 3. Все негативное, все патогенное, все выходит и формирует в шар перед Тимоном. Шар вышел, и Тимон начинает как тряхиваться. Правильно, давай, выдавливай все из себя. Шар большой? Ну, такой мячик небольшой. Открывается портал в галактическое ядро. Под этим шаром он уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. И посмотри, пожалуйста. А, Тимон, ты хочешь что-то передать хозяйке? Тебя что-то беспокоит? Нет, ему все нравится. Отлично, хорошо. И на счет 3 в макушку головы кота начинает поступать столько энергии, сколько ему приятно, до его кошачьего уровня. И частота вибрации поднимается до комфортного состояния. Пошел процесс. Готово. Хорошо. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем кота Тимона в его биоробот. Заводим, подключаем каждый орган, клеточки и зеленки головного мозга. Пошла синхронизация и гармонизация всех энергий и вибраций в его биороботе. Есть. Хорошо, все. Буду здесь закончили. У нас бес один остался, с ним у нас другие разговоры. Все, черт, уходишь. Если еще раз тебя замечу в этом доме, на этой территории, я тебя никуда уже не отправлю. Все понятно? Все понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте черта.
И черт уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Он в бесы собрался. Бес. Ему, по-моему, до беса еще очень далеко осталось. Я сказал все вытащить. А он пытался меня обмануть? Ты не дал правильную команду ему. Хорошо. Ладно. Ты все собрал уже здесь? Все собрал. Хорошо. Клетка у нас пустая сейчас, да? Да. Ну, пусть пока стоит. Хорошо. Значит, тогда я сейчас... Давай сделаем так. Ты мне покажешь, где все порталы в этом доме находятся. После этого я соберу весь... Я их закрою и соберу весь негатив. И отдам его тебе. Приступаем. Пошли. Но он начинает с коридора, там какая-то комната, он туда показывает. Там портал я вижу. Отлично. И в это, где там, внизу, да? В этой комнате или где находится портал? Нет, он просто как посередине комнаты. Отлично, под этим порталом открывается портал в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, вместе с ним фантом портала уходит, все наночастицы, все на переработку, в чистую первичную энергию уносится. Закрываем, опечатаем, растворяем. Пошли дальше. Готово. Стена черная. Да. Черная. Что-то такая ляпистая какая-то на ней. И там находится портал, да? На этой стене? Хорошо, под этой... Стена, портал, да. И под этой стеной по всему периметру открывается портал в галактическое ядро, засасывает туда этот портал. Вместе с ним фантом портала уходит, все наночастицы, все на переработку, в чистую первичную энергию носится. Закрываем, опечатаем, растворяем. Значит, информация идет, что слишком много несовместимых информации на этой стене. Конфликтная информация. Это вот эта стена, о которой мы говорили, вот это, где какое-то здание нарисованное, да? Черно-белое, плюс на ней. Черно-белое, от нее разные... идет очень негативная энергия. Я ее прочувствовал. Она несет информатику, и это не позитивная информация. Информация конфликтная, она не сходится с тем, что то, что должна нести эта стена. То есть на ней много там и иконы, там и картинки, то есть подряд. И она несовместима между собой. Да. Хорошо. Елена, вы должны будете как-то этот вопрос сам решить. Лучше, конечно, это все убрать, потому что, как вы видите, эти картины несут не портреты, а именно вот эти обои, которые у вас там, они несут какую-то информацию, которая в этом доме открывает порталы. Примите к сведению. Хорошо. Мы убрали этот портал или еще нет? Да, сейчас закрыт портал. Давай, закрывай, печатай, растворяй. Дальше идет. Пошли дальше. Ванна, там бойлер, по-моему, стена вот эта. Портал. И под этой стеной внизу открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, вместе с ним фантом портала уходит, все наночастицы, все на переработку, в чистую первичную энергию уносится. Закрываем, опечатываем, растворяем. Пошли дальше. Значит, дальше. Спальня. Одно из зеркал. Одно из зеркал в спальне. Отлично. Открывается под этим зеркалом портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, фантом портала, все наночастицы портала, все уходит на переработку, в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Идем дальше. Больше нет? Есть, значит, здесь какая-то, как сказать, как беседка, что ли, с цветами. Да, картины вокруг. Да. Вот да. Это портал. Вот эта беседка, это и есть портал, вот этот да. кусок. Да. Пес, а как мог вот такую, вот это стать порталом? Это, наверное, было раньше порталом, когда оно унесено было в дом или как? По форме подходит. А там же форма решетки, да? Закругленная. Ага. Это как арка, а в арке есть определенная... Энергия. Энергия. Интересно. Подкова. А, вот как. Понятно. Хорошо. Под этим открывается внизу портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И уходит портал туда на переработку, фантом портала. Все наночастицы портала из этого, что там стоит. И сетки куска. Готово. Закрывай, печатай, расставляй. Хорошо. Все.
Отлично, хорошо. И я даю команду на счет три исцеленной энергии, эмоции, мысли. Готово. Опиши. Космический он небольшой такой шар. Открывая под ним портал в галактическое ядро, он уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. А этот? Огромный. Без. Дотянешь? Давай, все возьму. Хорошо, смотри. Отправляю без. Компенсация, конечно, да. Хорошее слово ты узнал. Я деловой. Что? Деловое. Да, конечно, деловое. Деловым надо всегда компенсировать. Свой бизнес знаю. О, специалист. Все забрал? Да, это вкусно. Отлично. Значит, подзаправился. Удачно зашел. О, да. Хорошо. Мы с тобой договорились. Больше ты в этот дом не приходишь. Находишься в новое место обитания. Я все закрою здесь. Договорились? Договорились. Хорошо, отпускаю тебя. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя с того огненную пентаграмму. Готово. Клетка пустая? Пустая. Открывается под ней портал в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Закрываем, печатаем, растворяем.